Известный путешественник Федор Конюхов попытается побить сразу два мировых рекорда во время трансконтинентального перелета на воздушном шаре, который стартует в конце марта, начале апреля в Кировске. Это действующий рекорд дальности 2360 километров. Он установлен японским пилотом в Австралии. И продолжительности полета 55 часов, который установлен самим Федором Конюховым. Текущий полет протяженностью более 60 часов на 2500 километров запланирован на высоте до 5 километров со средней скоростью в 40-50 километров в час. Старт будет дан в Кировске. Маршрут пройдет ориентировочно через Череповец Вологодской области в направлении Балаково-Саратов. Области. Своим полетом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели, рассказал Федор Конюхов на своем сайте.